Всем доброго дня. Мы находимся сейчас в секторе А6. Владимир Савченко. Савчук. Они сейчас лидируют в зоне. Вот. Хотелось бы немножко позадавать вопросов. Вот. Скажи... Всем привет. Всем привет. Вот. Ну, второе место мы в зоне. А, вы второе место, да. Я видно пересчитал. Взяли, да? Да. Хорошо. Что скажете по погоду? Ой, ну погода это стандартная, скажем так, для прыльбыч в этот период года. Я имею в виду там лето, жара 35. Вот. Сильно влияет на клев, да, я вижу? Да, днем в такую погоду очень трудно достать рыбку. То есть здесь, чтобы клевало, это надо или дождь, гроза, или ветер сильный, чтобы ветер, чтобы вода перемешивалась, потому что вода, ну, топленое молоко. Поэтому очень тяжело сейчас с рыбкой. Плюс здесь зона такая, что ветер, как мы видим, с этого поля туда, большую дамбу, поэтому... Когда вот такой ветер здесь, эта зона мало ловит. Больше ловит Б-зона и С-зона. Вот так. Понятненько. Ну, что вас еще интересует? По корму, как вы видите, мы с вами рядом стоим, то есть соседи. Кормимся мы много и шарами, и скажем так, с пломбом, плюс кобра. Ну, все есть, отлично. У вас там одна зона ловит нормально, хорошо? Всем привет, Саша, привет, Олег, привет, Боря, привет, всем привет, Лара, привет, раз. Всем привет, да. А так, на чем я там остановился, где прервалась трансляция? На прикорме, да. Ну, где-то выбросили 50 кг. За это все время. Это всего. Это вспомп, это шары, это кобра. Вот. Это 5 секторов. Который будет принимать чемпионат мира. Будет какая-то отсыпка? Вы чем-то будете? Мы их расчистим на берегу, в воде. Да, мы планируем, в принципе, подсыпать их, чтобы был какой-то берег нормальный, чтобы вода не разбивала. Потому что вот там... Да и, в принципе, здесь вода со временем разбивает берега. Вот. Это, захожу я... А, все. Опять мы включились, я извиняюсь, здесь с интернетом немножко накладочки. Да, так здесь мы слабое, остановились на секторах. Много, да, народу, и вот вечером и ночью здесь хороший интернет. Даже LTE ловит 4G, а вот днем все приседают на мобилке, на планшеты, поэтому интернет пропадает. Так вот, за дамбой там Тарас Сендега купил это помещение, скажем так. Там будет зал для жеребьевки на чемпионат мира. Ну, планируется зал для жеребьевки, сбор капитанов, команды и так далее. Вот. По поводу гостиниц, мы находимся 40 километров от Львова. Я думаю, что мы сделаем сайт. Во-первых, мы сделаем сайт по чемпионату мира 2020. И на нем будет вся информация для всех сборных, всех, кто приедет на чемпионат мира, где они смогут разместиться. То есть отели, хостелы и так далее. Все будет на этом сайте, вся информация. Сайт планируется, я так думаю, что осенью. Осенью где-то к концу года. Вот. По поводу зон. Это поле, эта сторона озера, по сути, готова. Там несколько секторов. Надо левый дочистить. Берег, если смотреть на дамбу. Да, левый берег, по сути, готов. Там несколько секторов надо дочистить. А вот правый берег, половина готова. Ну, еще половину мы за этот год и следующий планируем доделать. Доделать. Да, довести до. Планируете что-то с рыбой? Будет еще запуск рыбы к чемпионату мира? Я думаю, да. Мы каждый год в начале сезона мы запускаем рыбу.
Карповый, Львовский Карповый клуб, мы запускаем сюда рыбу. В этом году запустили где-то, по-моему, если не ошибаюсь, тонну амура. И плюс где-то по 300-400 килограмм большого карпа, 10+. Вот, то есть самый меньше 10+. Вот. Ну, каждый год мы сюда выпускаем рыбу. Понятненько. Вот. Ну, спасибо может, большое. Я не знаю, там какие-то вопросы интересуют. Может быть, кого-то больше интересуют вопросы. А у меня это самое, что-то они, ну, заморозились немножко. Прямой эфир есть, а этот обратной связи, может, нет. Там махали-махали, сейчас остановились, в принципе. Кто-то нас видит, махните, пожалуйста. Нету видно обратной связи. Но запись идет, прямой эфир идет. Вот. Ну, я смотрю, ваша сборная неплохо, а в Б-зоне, по-моему, отловилась. В Б-зоне? Вот, ну, как бы это самая такая рыбная зона. Да, ну, вот. Туда ветер, по сути. В С там немножко как бы сложный для нас сектор, как бы не то, что сложный там. Понятно, выиграли чемпионат Украины там. А вы там в С-1, да? В С-1, да, но тяжело там, они выцарапывают амура там по одному-две штуки в день и все. Mm-hmm. Вот, там ловит все-таки та сторона дальше. Ну да, потому что там есть кусты в воде, поэтому, ну, и плюс ямы, поэтому эти сектора считаются как очень хороший сектор. Там ловится рыба. Если ее найти, если найти подход к ней, то там, в принципе, призовые места. Ну, они подлавливают потихонечку там, в принципе. Вот у нас только вот здесь проблема, пытаемся решить. Ну, только да. Здесь пытаемся решить. Ну, пока здесь вы с нулем, да? Пока здесь с нулем, да. Ну, я думаю, что так вечером. Я думаю, что вы таки вытянете. Была поклевка, нашли, в принципе, мы как бы уже видел, все. Вы, нашли ребята, ключик, нашли минут, место, нашли насавку, да, то есть как бы. Вот. И вот здесь вот сход, да. Здесь кусты что-то за что-то зацепилось. Угу. Вот. Я видел. Обидно. Но, в принципе, для меня это уже достаточно той фиксации, что мы как бы этот сектор все-таки как бы добились, что там рыба начала клевать. Угу. Я так думаю. Да. Вот. Хорошо. Всем спасибо. Вопросов нету. Все равно всем спасибо за то, что смотрели. Вот. И до свидания. До следующего прямого эфира.